Смотрела, убейте этого! Ребята, Ярчик, почтим его память, короче, минутой молчать. Да сколько их лет? Ребята, всем здорово, короче, это у нас пиратские приключения, они начинаются у нас как-то дико мощно, непонятно, что здесь вообще происходит. Я хотел, ну, немножечко сначала вам рассказать вообще что-то об этом, но походу гамадрилы сами все рассказали! А это кто, дозорный свечок? Короче, ребятки, это у нас пиратские приключения 23-го года, с нами сегодня Беляш и Ярчик. Что с тобой? Я собака, параси теперь. Пёс. У нас есть свой пёс. Это нормально. Почему? Почему? Я, как видите, снимаю в новом месте. У меня тут на фоне я. Собственно, то, что у нас нарисовал Леон, если вы были на стриме, вы это должны были видеть. Если нет, то любуйтесь, короче. Собственно, сейчас мы будем выбирать трассы, вот, и смотреть, что дальше. Потому что я сам вообще ни хрена не знаю по этой сборке. Они мне только начинают рассказывать. И вы тоже будете узнавать, это ни хрена. А его дергать за хвост можно? Давайте фракция, что кто? Пират есть, Марин, Баунти Хантер. Бери пирата. Пирата, думаешь? Все пираты будем? Хорошо, раса. Раса, фишмен, киборг. Я хочу киборга. Нет, бери другого, я киборг. Human, фишмен и киборг, и все. Не, ну, или мистик, если ты выберешь животное, ты можешь быть львом, кроликом или собакой. Па, так я это беру, наверное, животное, ребятки, или ты как? Ты тоже можешь стать собакой, как я. Типа, блин, шансы. А есть шанс, что я стану каким-то львом, если да? Если ты будешь рыбой, ты ладно, очень быстро водой. И... Он кролик. Это что значит? Длинный хвост. Это не хвост! Ребята, это затычка, чтоб ко мне никто сзади не подходил. А ты стиль боя какой выбрал? В смысле стиль боя? Там третья была стиль боя. Я не знаю. Я кулаками. А как мне это узнать? Там будет написано. Да, еще раз. Стиль боя мечник. Я мечник. Я тоже мечник. Я тоже мечник, а я дебошер. Руку пожмем. Да ты мне сейчас так пожмешь руку, что у меня 2 хп осталось. Еще, насколько мне ребята рассказали, чем дольше мы здесь живем и не умираем, тем как бы мы сильнее с вами становимся. Поэтому я думаю, это круто. А какие у меня способности, как у кролика, есть? Я не пойму, что жрать этот... Не-не-не, смотри. Да я покажу, что умею. Хочешь? Смотри. Ты же... Ну, сейчас лазером насыт. Он даже не знает. Да, ну, да. Тут по-другому работает. Тут, типа, ты убиваешь вот этих надзорных, да? Это же, ага, получается, наши враги. А нет команды ТП, алло. Где за это отчит... Ну нет, все, вот сюда беги. За тебе это начитывают очки, и все, типа, ты из-за этого... А если, смотри, если мое очко защищено, мне очки начислят? Нет, у тебя много очков после убийства этих дозорных, то тебе дают способность новую. Ага, то есть мне нужно убивать дозорных, я так понял, да? Да, ты же пират. Я же пират. О, уля. Стоп, а они днем спавнятся, гамадрилы. Что происходит? Вы что наделали? Как забрать? А, блин, я хабуха, что тут стоит? Это я хочу вам сказать не так уж и... Я думал, это свой! Я его сейчас отмутужу, погоди. А что, я его не могу? Не, дай я его убью. Давай, убивай. Плюс очко. Вы в какой стороне? Я не знаю, в какой стороне, но у меня здесь есть меч и палка. Алло, где ТП? Нет. Сделай ТП, брат, мы без ТП не сможем. Да, это... Мы можем потом кристаллы сделать. Мы пол летсплея просто будем бегать, короче, друг к другу только. Поэтому давай хотя бы ТП сделаем. Ладно, сохранение вещей убрать. Это один из немногих летсплеев моих, где нету сохранения вещей, ребят. Поэтому, как бы, ну вот, хотя бы ТП нужно сделать. Без этого, мне кажется, вообще никак. Можно перезайти и все это сделать. What the fuck? Что вы делаете? Алло, я тут... Я развиваюсь. Пойду, короче, себе добуду этого камня. Хочу сделать тебе хотя бы меч каменный, потому что я все-таки мечник. Нам... Кролик-мечник, да. Вот смотрите, вы же мечники, вам надо будет найти наставника, который будет давать вам задание, как тренировать свой меч, типа. Ну, ты тренируешь меч, у тебя появляются способности с мечом связанные. Брат, я наставников не видел. Я видел гамадрилов и всяких снайперов. Сейчас перезайдем, сохраним вещей, врубим. Ну, давай. Тут тренер-мечник, ребят, тут тренер-мечник. Убивает, ребят, а вот это я его убиваю. Его уже сейчас бандит убьет. Я сейчас убиваю. Эй, помогай. Он типа добрый. Вот это он. Где? Кто? Кого? Погоди, где? Алло. Погоди, кто не бьет? Это пули, не насыпайте на пули, это ловушка. Тэпайтесь ко мне, берите задание, 20 хп осталось. Да погоди, быстрее. Вот, нажимай по нему, это он, это тренер-наставник. У меня столько кнопок, блин, лишних тут, короче, ой, это точнее, ладно, неважно. Бери задание у него, вот он идет. Где, вот, беру трилс, испытание, решающий удар, несчастные птицы, я что-то взял, короче, две штуки. Все, короче, вы нажимаете на R, и у вас задание есть, кладка, там специальное задание для вас. И не скипайте их, только главное. Выполняете, приходите. И что оно по-английски написано? Option is sword with over same damage. Короче, мне нужно сделать меч с более чем 7 дамагом, я так понял, правильно? Алмаз, но ты сможешь его найти в сундуках, тут очень много мечей. Хорошо, дарьте 3 врагов одновременно, потом килл 25 нужно убить с критическим ударом, используя меч, потом получите меч со стратой 2, 2 задания. Одно задание, один навык. Неплохие. Они неплохие. Типа. Погоди, я, кажется, сейчас убью мечника какого-то. Это дозорный. Ты убил нашего врага, получается. Я убил кого-то. Слышь, это классно или это, ну, так себе?
Но смотри, у тебя дарики увеличиваются, чем больше дарики вроде, тогда у тебя появляются навыки. А где дарики, смотри, что за дарики? На R тоже, на R. R. Дарики 11! И B это 7. B7 это что? Это я так понял, я ничего не понял. Это что-то непонятно, ну ладно. Надо, значит, скипать, ребят, нас сейчас убьют. Где меч? Да, давай сначала скипим. Давай, давай. А каравать нужно где? Погоди, куда мой меч взялся? А это кто такой? Погоди. Это их не надо трогать, они дружелюбные. Агарабуль! Агарабуль! Так, ладно, тут еще смотри, что-то наверху, короче, есть. О, да, это дозорные или бандиты тут живут. Тут живут бандиты, погнали их ограбим, там как раз будет булава на 10 урона где-то. Ты уверен, что мы типа с этим справимся? Что происходит? Что за хрень? Бандиты легкие, снайпер. Можешь попасть в снайпер, который нас газом будет убивать. Вот самое сложное. Ну это, о, смотри, они поспрыгивали, вот. А что это? Как ты, Ярчик, это делаешь? А я киборг убить. Он же киборг, у него газовый скачок называется. А, у него сразу же типа все способности, да, насколько я помню? Но да. Ему нужно колу пить. Я вспомнил имбу способности человека сейчас. Это прыгать по небу. Ярчик, ты что там уже все ограбил, что ли? Не-не-не, все. Тут еще дофига баз. Ладно, я уже нашел дозорную башню, кстати. Я пока только поднимаюсь, ребят, потому что я немножко скинул сам себя. Я нашел кровати, я нашел пистолет, кстати, нифига, у нас же снайперов нет, да? Жалко, тут можно было около снайпера выбрать. Понятно, не, я не все ограбил, короче, понимаете, просто наверх там ничего нет. Ну, понятно. Ты тут все ограбил уже, да, наверное? Да, да, у меня есть пистолет, сейчас я застрелю кого-то. Ой-ой-ой, сладкие ягоды, свеклы, вот это я понимаю. Еда, в принципе, это тоже мне сейчас нужно, потому что я вообще без еды, я без нее, наверное, погибну. Смотри на меня, я хочу обратиться к твоим подписчикам. Ну? Ребята, я выбрал класс киборга. Если кому-то не сложно взять мой скин, короче, его можно найти по нику и перерисовать в киборга, чтобы я бегал в этом летсплее со скином киборга. Нормально, да, кролик, сделайте его кроликом. Да, и мистику перерисуйте в кролика. Да я уже перерисован, алло, ты посмотри на меня. Нет, тебе надо белее сделать. Почему ты между кроватями спишь? Это нормально вообще? Так должно быть? Я не знаю. Что в итоге? У меня есть улитка. Он башня надзорных, например. Это рация, кстати, Мистик. В аниме так общались через нее. Через улитку? Я хочу быстрее. А он там с этим, с... Я их уничтожу сейчас, чекайте. Давай. Пацаны, поднимите мои вещи, пожалуйста. Сохранение... Да ты кто? Я прыгал. Ну ладно. Я улетел. Такой крутой, спасибо, что ты добыл мне порох. Да хуя... Ой, ты офигел? Это моё... Да. Понял, а что, вы тут уже все сломали, что ли? Засекай. Ой, стой, там впереди уже крутое здание, ребят. Мы можем железом добыть. Погодите, я только прихожу на то место, куда вы мне показали прийти, вы там уже все облутали, все взорвали, и уже идёшь на другое место. Вот, все. Короче, это не мой летсплей, ребят, это их летсплей. Погоди, у меня как... Не, я беру только самое интересное. Ты еще и закрылся? Да. Ну это что такое? Я все, я пошел, короче, свои места искать тогда. Я не понимаю, что в чем смысл, что я за вами бегу, вы там все облутываете, все ломаете, типа, ну и в чем прикол? Что? Ты же мечник, я тебе дам сейчас алмазный меч крутой. О, не Ярчику, тебе, потому что Ярчика потом я отдам. Я забираю свои слова обратно. Беляш, кстати, красиво играет, давай. Короче, на Мистик тебе алмазный меч, я тебе в сундук положу, чтобы ты его не посрал, вот здесь в бочке лежит. Да погоди, мне когда подняться сначала еще сюда надо. Урон 10. Ой! Откуда их здесь двое? Мне хана, меня сейчас убьют. А, здесь спавнеры этих разбойников! Уже разбойники, ой, дозорные пришли. Успел. Разбойник, прошу. Твою... Реже, нет? Бродик, у меня 7, у меня их со временем меньше становится, не больше. По-моему, должно происходить по-другому. Забейте пока на способности. Да, играем в кайф, ребята, что вы суетитесь? Способность его просто будет слабее, а наши противники разовьются. Надо ему это, что-нибудь это... Он просто уже играл на сборке и пытается нам все показать. Да, все сразу. Мы же еще ни хрена не знаем. Ребята еще ни хрена не знают. Если так много информации, мы это тупить будем. Давай как-то поаккуратнее. Ладно, давайте что будем делать в первой серии. Мы уже в первой серии. Мы уже что-то делаем. Просто развлекаться, искать что-то. Это же пиратские приключения, ёпта. Это ж не что-то, где мы там все должны изучить. Каждый мод. По отдельности там и так мы далее. Мы пираты, мы просто всех убиваем. Давайте я вам посоветую сейчас одну фигню. Это просто найти бункер, ну, деревню жителей под землей будет. И там уже сидеть просто. Оставить все свои вещи там, например. Так выживать. Слушай, а прикольно. А, ну, блин, это ее еще найти нужно. Это да, не легко, просто, три раза а что у вас по еде, кстати? Здесь. Может, кто-то меня угостит? Хотя вот, тут добыть, вот тут добыть, это картошка или морковка. Вот это хорошо. Меня избивают. Мистик, да, смотри, что еще умею. Смотри, что еще умею. Дай повы. Не убивай не на нас. Мне. Давай не на меня, давай. Не, ну давай на Беляша. Нет, не убивай, алло. Че, куда идем дальше? Я хочу нормально. Море. Ну, в море нам Беляш говорит, что еще рано идти, ребятки. Так что... Ну, Ярчик может пойти, он там утонет. Нам нужно чуть-чуть с вами развиться, и только потом мы уже сможем с вами пойти в море. Мистик, тут летающие острова, мы нашли деревню, меня убивают. Ой, там смотри, еще горилла. Я хочу его добить. С него можешь меч упасть, по идее.
Где кто? А твою мать, 3 хп у меня сердце. Осталось. Помогите! Снайпера, тут снайпера, везде мне хана. Но, я вас оббегаю и бью. Что за херня, у меня все залагало? Алло, в смысле 1 хп? А как так? И меня убил. Это Беляш у нас держит сервер. Мне кажется, он сплотился с разбойниками против нас. И делает нам лаги на сервере, чтобы мы не могли здесь играть. Ярчик умер. Да, в небеса. Чекайте, я сейчас запрыгну туда. Где она? Надеюсь, Ярчик запрыгнет, я к нему тэпнусь. Ну смотри, вот ты про вот эти даже места говоришь тоже. Не, да? Не, это дозорные там пираты, они очень сильно там адмиралы будут, ребят. Ай-яй-яй-яй! Со спины, со спины. Их, да. На! И тебе, наверное, дали, да? Потому что ты его убил его. Нет. Я запрыгнул, тэпайтесь. Сейчас у меня по заданию. Это наш дом. Вот, это шана Ярчик. Мы небесные пираты. Бронечка! Это неплохо. Нормально так. Да, должен быть горем еще. Книжки можно почитать. Слушай, охренеть, какая крутая эта херня. Что? Я придумал название летсплея. Как? Может, небесные пираты? Небесные пираты? Ну, кстати, можно. Мы будем тут жить. Небесные пиратские приключения. Или надо будет кристаллы добавить, чтобы мы могли вернуться на базу для телепорта. Да. И оно сразу автоматически еще ставится обратно, да? Угу. Че, тут ты не заметил анимацию, как так, ну, как ты кушаешь еду? А, ну-ка, нет. Ну, типа, как обычно, по мне. Не, она исчезает. Да, слушай, прикольно, реально исчезает. Нормально. А как мы вниз будем спускаться? А вот хрен его знает. Я дверь закрываю. Я такой открываю к нему дверь, он закрывает. Давайте воду снизу разольем. Так, сейчас, погоди, где? Ярчик. Ты кто? Короче, ладно, мистика, сам тебя отнесу. Аж сверчки идут. Не, я к тебе тэпаюсь, брат. Давай. Да, на, короче, тебе вот это, и надо делать себе броню. Мистик, не злоупотребляй тэпэшкой. Мы на крайний случай добавили. А почему на крайний случай? А сохранение вещей на острове тоже нормально. На крайний случай, что ли? Что? Сохранение вещей тоже на крайний случай? Ну вообще сохранение вещей типа не особо тут помогает. У тебя же дарики теряются. Ну да. И деньги. Белли. Белли это тут обычно. Я уже понял, валюта. Что это валюта, да. Прикольно. Тут призрак, ребят. Ты кто такой? Получи! Ух, гля, он тебя убил? Унизил. Есть еще больше, по идее. Это так должно быть? Что? Ну здесь тупик просто. А я долечу, интересно, вниз здесь? Я не буду, наверное, Да, Мисик, давай. Да. Я предлагаю, ребятки, поставить вам где-то в одном месте кровати. Ага. Вот. И переспать всем вместе, как вы на это смотрите. Давайте, здесь рядом. Вот так вот. Ладно, ребятки, короче. Я думаю, на первую серию достаточно. Я надеюсь, что вам летсплейчик это понравится. Мне лично дико интересно играть. И дико интересно, что будет дальше, что... Рано? Да что, полчаса всего лишь. 20, думаешь, больше нужно? А, можем побегать еще. Давайте, мне да. 50 надо, да. Ничего не было, ребята, отмена. Отмена, с вас лайки, с вас миллион лайков. Он ходит Ярчик. Уже совсем. А. О. Мне кажется, смотри, его надо отмудохать. Алло! Ты конь педальный! Правая. У меня 18 даритиков осталось, дебил. У Ярчика называется навык сильная правая. Сильное правое, отлично. Ой, Беляш, прости, это ты. Я думал, это Ярчик. Извинись. Я не того ударил. Простите. Да, я могу спрыгнуть в воду. Опять ваш наставник, ребят. Нет. Да ну нет, ну как допрыгнуть? Так, стоп. Ты кто такой с пистолетом? Как смотреть эффекты, я забыл. А, который на мне эффекты. А, не знаю. Я нашел своего тренера. Короче, ему сдать, нужно будет снова его найти, да? Ребят, мне нужно 30 врагов кулаками убить. Нужно, чтобы у нее потерять. Странное у тебя понятие, правильно? Че я умираю? Блин. Кто ты? Мистик, принеси два сундука. Капитан! Это капитан меня бьет! Погодите, сейчас у меня... Ты чеймайт завис очень вовремя, знаешь? Он меня просто убил, у меня осталось 3-4. Это капитан дозорных. Он в будущем за нами будет приходить, когда у нас будет много этих репутаций. Ну, видимо, у меня было много репутаций, потому что, ну... Он меня убил. Сам будет приходить. Он тебе будет писать в чате, ты должен сдаться, или я тебя убью просто. Я если я сдамся. Да ну как я тебя брать? Я всю заберет. Эту драму трачу! Ну ладно, у меня нифига, пока нет способностей, так что не особо пока что важно, да? Это расслабьте меня, чтобы я понял, ну, что вообще, это... смотри, чем больше у тебя опыта или дарики, тем у тебя больше хп. У тебя может быть 30 хп, короче, вот так увеличилось. Ну у меня пока что все время только одно и то же. Тебя будет труднее убивать, короче. Так, держи. Или... Вот сюда надо поставить два сундука. Ёпта, ты что делаешь? Это мы сверху будем сюда спрыгивать. На сундуки? Ну да. А почему на сундуки? Ну, чтобы глубоко не опускаться и сразу глубоко. Могли вот так бежать. Понял? У меня, конечно, огромные проблемы с едой. И огромные проблемы с тем, что меня мудохуют просто. Могу помочь, я могу помочь, вот, на. О, давай. Твою мать, что нет. Это?
Ты дурак? Все, теперь у тебя еда полная. А я не знаю, что посмотрю. Деньги. Месть была хорошей, месть была красивой. Куда ты идешь? Зачем ты меня тпшкаешь? Мне 10 дарить не теперь. А ну-ка, если мне за тебя дали, интересно. Нет. 13 дарики. Не убей меня, ну, даже все, не смей. Перемирие, брат. Давай. Перемирие. Что, сколько здесь ломать, чтобы не забраться наверх? Ребята, алло. Перерисуйте мне, короче, скин в киборга и скиньте в телегу, короче, пожалуйста, жестко. В описании. Блин, и как мне поставить здесь, я не понял. Который ярче. Мутузева, крахаро! Да ну не меня! Просто испугался, повернулся, ударил. У меня появилась первая способность, смотри, мистик. Как ты это сделал? Скажи, а мне... О, смотри. Хдыщ. И чё? И как её использовать? И чё? Всё, я не понял, как она работает. У меня просто электрический кулак был. Сейчас подожди, секунду. Нормально. Ещё? Стой, отойдите, нормально. Отойдите. У меня рука светится? Да! Смотрите, отойдите. Чё сейчас будет? Япона мать. Ну-ка, давай. Заряжай Мутусеву просто. А я не знаю, как она работает. А я не знаю, что надел... А, я 7 урона с кулака наношу, нифига. Тут опять это макака, ребят. О, иду! Иду! Хочу макаку срочно. Удачи, я посмотрю. Кумадрил, у него 20 хп осталось, таких двое. Удачи. И он с алмазным мечом, слышь. Я за... А они плавать не умеют, да? Залагал, твою мать! Они еще атакуют с атаками своими специальными. Почти умер, нет! Есть, я их убил. Я не помню, я их один убивал или что это было? Я смотрю. 371, этот у меня все нормально. Хелп. Что такое? Я нашел, ребят, я нашел какую-то херню вниз, спуск быстрее, что это такое? О, это бункер, нифига себе. Походу, пойдем? Я убью одного. Опа. Ну я спускаюсь и... О, да, это бункер жителей. А, это то, что ты говорил как раз? Все, да, найс, мы нашли еще бункер жителей. Ну да! Ну как хочешь. Только подождите, я нашел, дайте мне первому все собирать. Смотри. Тут еще какие-то штуки непонятные, короче, очень много. Возможно, тут нету жителей, кстати. Так, меч железный, нахрен не надо. Тут железо, ребят. Есть тут жители, короче, у них тут и еда есть. Да, да, да. В принципе. Не, прикольно, принципе, кстати, мне это больше нравится, чем летающие. Книги, да. Согласен с тобой на 100%. Смотрите, тут еще может быть именно водяная база жителей. Тут есть какая-то вода. Прям здесь, типа, да? Нет, не здесь, прям под водой. Из стекла сделано. Я понял. Ой, слушайте, а что вот это такое? Знать не знаю. Страшно, смотри там что. Ой, там крипер. Удачи, ребят. Да не меня. Я нашел библиотеку, ребят, очень большую. Библиотека? Дай мне себя тут красиво, офигеть. Я буду коров размножать. Романтический. Еда нам понадобится, да. Ты мамка-тёлка. Ой-ой-ой, тут дракон, походу, нет? Не буду туда спускаться. Его нужно убить? Если убьешь, то... Давай, мистик, удачи, вон там снизу дырка. Я тоже думаю, куда надо, куда. Вот там дырка, прыгайте. Не знаю, пещера дракона легко найти, но у него 500 хп. Блин, ребята, я так жрать хочу, кстати, вообще безумно. Я сегодня еще ничего не ел. Да я про жизнь говорю. Алло. Бляш, ёпта. Ребятки, короче... Это у нас была первая серия пиратских приключений. Я надеюсь, что она вам понравилась. Если это так, то обязательно с вас должны быть лайки. Это как минимум. С вами были Мистик, Ярчик и Беляш. Ждите новую серию, она скоро будет. Блин, это летсплей просто бомба. Так что все, всем удачи, новых встреч, пока. Пока.